В июне 1914 года в газете «Жизнь Алтая» было опубликовано предупреждение лесничего. Он писал: «В одной части бора до противоположной просеки можно гулять и собирать грибы и ягоды бесплатно. Другой же только по билетам. Билет на один день стоит 3 копейки. На все лето 25 копеек с человека». 20 июня 1932 года в селе Косиха родился поэт Роберт Рождественский. В 19 лет поступил в Литературный институт имени Горького. Его сокурсниками были поэты Евгений Евтушенко, Расул Гамзатов, Чингис Айтматов. Первая книга стихов Рождественского вышла в 1955 году. Известность принесли сборники «Дрейфующий проспект», «Ровеснику», «Поэма «Моя любовь». С 2007 года в Алтайском крае проходят литературные чтения имени Рождественского. А к 80-летию поэта в Косихе был открыт музей и центр патриотического воспитания. 20 июня 2015 года губернатор Александр Карлин и руководство Петербургского тракторного завода подписали договор о сотрудничестве. В регионе начали собирать тракторы последнего поколения «Кировец». Благодаря этому у алтайских предприятий появилась возможность приобретать сельхозмашины со скидкой 30%.